Привет всем, ребят, с вами Миронов Нил, и знаете, буквально завтра выходит игра, в которую можно будет залипнуть с большим интересом очень и очень на долгое время. Но это завтра. А что же делать сейчас? Новая Лара Крофт полностью пройдена, все гробницы разорены, в Fallout 4 после стольких часов прохождения уже играть и не хочется, просто надоело, даже для Fallout это нормально. В итоге я пришел к тому, что играю в игру, которая представляет собой хотя бы хоть небольшой интерес. Для меня такой игрой стала ATS, American Truck Simulator. Ну, вы, я думаю, и так уже поняли, что предстоит сейчас вам услышать, и, конечно же, я желаю вам приятного просмотра. Начну я, пожалуй, с того, что сообщу вам, что в новый Truck Simulator я наиграл не больше 5 часов, и играть на самом деле больше намерен. Почему, спросите вы? Ну, хотя бы потому, что новый ATS, ну как, новый TS скорее, никак не отличается от предыдущей игры этой серии, то есть ETS, Euro Truck Simulator. А я в свое время, если мне, конечно, изменяет память, наиграл в него больше 200 часов, и мне этого полностью хватило. И поэтому играть в новый ETS просто с небольшим модом, минимальными изменениями и так далее, ну, мне, если честно, не очень хочется. Поймите меня правильно, ребят, я большой фанат симуляторов-дальнобойщиков, но играть в одно и то же, просто с небольшими изменениями, я не могу. ATS вовсе неплохой симулятор, и человек, который любит именно такой жанр игр, может наиграть в него много часов. Но это только при условии того, что он не играл до этого в ETS, Euro Truck Simulator. И поэтому, если вам нужно полностью узнать про игру, про ETS в данном случае, то в описании есть ссылка на обзор Euro Truck Simulator. Ну а в видео я расскажу вам о тех немногочисленных изменениях, которые есть в новом симуляторе дальнобойщика. Вот такие вот дела. Первое изменение, которое я заметил, это изменение управления грузовиком. Он, похоже, что банально стал тяжелее. Его теперь сложнее остановить, он с намного большим интервалом поворачивает и так далее. И так как я никогда не водил реальный грузовик и не собираюсь на самом деле, мне судить трудно. Хорошо это или плохо, потому что я не знаю, это реальная физика или все же нет. Остается только довериться разработчикам, но мне, как геймеру, который наиграл в Euro Truck Simulator 2 больше 200 часов, как я уже сказал, было трудно привыкнуть к новой физике. Еще есть изменения в окружающем мире игры. Поймите правильно, графика игры не изменилась вообще ни в какую сторону. Текстурки те же, полигоны те же, освещение тоже. Единственное, как мне показалось, добавили какие-то эффекты пыли за грузовиком. На этом все, изменение графики точно заканчивается. Хотя, может, про пыль, опять же, я и ошибаюсь, это было еще в ETS 2. Изменилась скорее интерактивная составляющая игры. Ее живность, которую можно увидеть за грузовиком, на улицах города и так далее. Если в ETS были только автомобили, которые были другими участниками дорожного движения, то в ATS таких вещей стало банально больше. Где-то коммунальщики что-то делают, где-то пешеходы, где-то еще что-то можно увидеть. Да и других участников дорожного движения стало больше, ну как мне опять же показалось. Не в плане численности, а в плане разнообразия. Все, на этом основные изменения игры становятся точно меньше, они точно заканчиваются. Хотя, может и не точно, мало ли что я там не заметил. Я имею в виду, естественно, те изменения, которые любой игрок может увидеть просто сходу. Вот такие вот дела. Естественно, есть еще мелкие изменения, типа возможности выбора того, как припарковать груз. От твоего выбора зависит, сколько тебе опыта дадут. Я не стал проверять, есть ли новые виды этого груза или же нету. Потому что мне банально лень это делать. И очевидно, к сожалению, всех этих изменений ну уж слишком мало для того, чтобы играть в новую игру с новым дыханием. А, кстати, вспомнил. GPS-навигатор теперь встроен в абсолютно любую панель любого грузовика. От мала до велика. Какое гениальное изменение, да, ребят? Вот это класс! Все, точно покупать игру. Фактически, смотря на все то, что добавили в игру, это всего лишь мод на ETS 2, но ни в коем случае не полноценная игра. А ведь становится очень и очень грустно, когда понимаешь это всеми мозгами, потому что игр этого жанра очень и очень мало. Хороших игр я имею в виду, и выходят они довольно редко. А тут еще одну игру запороли, а ведь у нее большой потенциал, эх. Но повторю одну вещь. Если вы не играли в Euro Truck Simulator 2, то покупайте смело ATS. Хотя цена опять же кусается, курс доллара и все в этом духе, но тем не менее. Ну а вот старым игрокам этого класса я не советую брать ATS, уж точно, ни за какие бабки
полноценны. На все про все от меня 6 баллов, больше дать при всем желании АТС я не могу. Даже рвясь все, что можно. Вот такие вот дела. Имею в виду, это только мое мнение. В описании к видео есть ссылка на дополнительный канал. Там будут выходить видео по XCOM 2, который выйдет вот-вот. Так что, если хотите, то подписывайтесь на него. Также подписывайтесь на этот канал. Тут будет еще очень много-много интересного. Также, если вам понравилось, ставьте лайки. Смело комментируйте. Любой нормальный комментарий я всегда с удовольствием читаю. И, если что, отвечаю. Вот такие вот дела. На этом я заканчиваю, ребят. Мы еще с вами уж точно увидимся. Через пару дней опять же XCOM и все в этом духе. Ух, как насладимся, а? Потому что оценки зарубежных изданий, ух, как поражают. Все, ребят, уж точно ушел. Пока и удачи вам.